Какая всем с вами, чё, добро пожаловать в Тумпуидер. Где-то тут у нас находятся наши девушки, которые нам надо будет подобрать. Нашел. Так, давайте проведем нам дорогу, типа. Нормально же? Я просто не вижу. Нам, походу, надо сюда наверх забраться. Так, у меня еще телевизор вырубится. Уже не отключится. Ага. Так, подожди, Каларка. Подождите-ка. Так. Ты не допрыгнула. Должна же была. Она вообще даже перепрыгнула, можно сказать. Гась. И вот туда. А, да. Молодец. Старый город неподалеку. Колокола. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в... Я думал, что умер. Холод терзал меня. Я ослабел. Силы не вернулись ко мне даже при виде людей пророка, разбивших лагерь на краю загадочной зеленой долины. На заплетающихся ногах, с мечом в руке... Я двинулся вперед. Хотел накинуться с воинственным кличем, но тут сознание меня покинуло, и я пал на руки нечестивцев. Они знают, кто я. Они ждали посланцев ордена. У них почти ничего нет, но они накормили и отогрели меня. Ха. Пророк сказал, я могу уйти, когда захочу, но они забрали мои мечи. Даже с оружием в руках. Уж не знаю, смог бы я теперь убить этого человека. Я подвел орден. Подвел самого себя. Но я жив. Старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Подожди. Так. Я же карту ничего не открыл, заметил, что тут что-то есть. А что тут у нас? Тут у нас карта, как же я смог такое пропустить? Он показывал, где находятся документы. Ну ладно, или нет. Ну да, походу они в будущем будут. Ну да, походу мы взяли то, что там типа должно было появиться. Что сама карта была больше скрыта, чем само послание, которое надо было потом было найти. Ничего себе, карточка тут. А, карточка. Карта. Погнали. Локейшн просто топчик, что сказать. Эта игра вот в плане дизайна плане дизайна уровней очень круто сделан. Ну, это элементарно, ну да. Тихо, 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 тихо. Арка не надо. Куда?
Ларка, не умирай. Не смей. Куда ты там прыгнула? Где мы? Так, я за тебя потерялся. Сзади там ничего нет уже. Поздравляю, мы в тупике. Или нет? Мужики! Часть у них там. Ну, убивать, конечно, тут никого не буду. Может их не увидеть. Вообще прикол ты. Сейчас на данный момент. Если я и попытаюсь, ничего же не будет. Опа. Так, костер. Я не знаю, что он тут делает. Я вообще не представляю, что тут можешь костер делать. Сколько у нас тут? Вот тут вообще палаток. Вот тут палаток в этой, вот это, вот именно в этой локации просто завались. Я не знаю, зачем их столько сделали, если там столько всего нет. Кстати, насчет сайт-квестов. Тут у нас есть целых 4 сайт-квеста. Только где они? Я не представляю. Но они там факт есть в том, что они там есть где-то. Так что, может быть, сходить и сделать их, например. Давайте просто погуляем. Вот сейчас найдем какую-то и просто погуляем, сайт-квесты сделаем. Или после игры просто что-нибудь-то. Ух ты ж. Как их много. Тихо. Не пугайся. Тихо. Монгольские. Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. Мои раны серьезнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я в последний раз попытаюсь сбежать из-за этой ледяной гробницы. Святой источник здесь, на вершине самой высокой башни. Но мне туда не добраться. Пока источник в руках, у бессмертной армии пророка их не остановить. Это призраки и демоны, которых невозможно убить. Насмешка над всеми божьими творениями. Если Троице когда-нибудь удастся вернуть источник, сможем ли мы распорядиться им лучше? Боюсь, что нет. Возможно, будет лучше, если его никто никогда не найдет. Да. Ничего себе! Вот это реально красиво, народ. Вот просто. Вот это вот реал. Но опупенно. И смотри, еще один костер. Вот это да. А что сундука? Походу, что бы какой-то босс файт. Не зря же нам дают. А ничего, у меня улучшений никаких нет? Есть, давайте посмотрим. Что у меня там за улучшение? Улучшение на дробаш. Ну, давайте прокачаем. Чего? Больше урона, нормально. О, хочу посмотреть урон от нашей снайперской винтовки. Да. Ну, намного лучше.
Вообще как у дробаша, только снайперская винтовка, она вообще ваншот по всем делает. Ой, я на ценича нажал. Странно, что он руку не видел. Все верно. А! Ща будет серия смертей, просто капитально. Сосульки в воздухе были, я заметил последний же момент. А можно пропустить? Спасибо. А, споймали. Так что их можешь любить? Надо не было снайперскую винтовку оставлять. Тихо, давай. Эф. Такие же они бессмертные. Ай! Тихо! Давай, давай, давай! Тихо! Тихонечко! Просто спамим букву F. Тихо! Ладно, я понял. Варка, ты попала. Полную попу. Ой-ой-ой. Потихонечку. Все? Вряд ли. Вот временно. Тут есть какие-то там файлы, не знаю. Документы, секретные вещи. В смысле? Ходу нет. Ну ладно. Нет, так нет. Второго тоже завалил. Они же умирают, или они временно, типа умирают, но временно. Да, типа временно умирают, а потом со временем они просто воскрешают, типа.
Как, например, в этом, например, это где-то Resident Evil, там убивали, а потом он со временем обратно живеньким становился. Ну, вот такие фигнюшки надо поджигать. Положите-ка, если надо такое поджигать, давайте я буду поджигать тогда. Там еще были что-то такое подобное? Так, смотрим. Вот и сейчас на данный момент я уже все нашел, да? Вот, ну ладно, все, теперь буду знать, что надо внимательнее и смотреть часто наверх, потому что могут быть такие фиги, которые надо будет поджечь. Там что-то есть, надо будет сходить. Мне тебя дадут туда пробраться? Ну вот, да. В смысле? Ну что, стоишь на месте? Ну ты чё, Ларка? Ларка? В смысле? Чувак, ну... Ё... Нифига себе. Так, хорошо, сейчас две штукенцы в них, ну, выстрелены в них. Да ё-моё, вы мне дадите туда пробраться, ё-моё? Ларка! Не раздражай меня! Да не иди ты, да иди назад! Да ё-моё, достал ты меня! Может там ещё что-то есть? Сюда может быть пробраться. А-а-а, что это было? Все, Ларка, ты меня раздражаешь. Не дай мне прогуляться. Шит. Фу, Ларка будет такой. Некрасиво. Последний где-то еще лежит. Мой хан, ночью случилось странное. Мы разбили лагерь над Китежем и наблюдали, как горожане готовятся к нашему приходу. Они до сих пор уверены, что мы нападем с холмов, так что не ожидают вашего появления с той стороны долины. Но должен вас предупредить, на вершине башни, в сердце города, нас ждет что-то неведомое, что-то не из этого мира. Мы видели, как туда поднимались сотни солдат в доспехах, а потом с небес ударила молния. Кровь застыла у меня в жилах, когда я услышал этот звук. Словно взвыла целая армия призраков. Потом солдаты спустились с башни. Не знаю, что они там прячут,
но вряд ли это драгоценности. Что там такое у нас? Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но похоже на... Нет, не может быть. На что-то похоже. О! Враг моего врага. Что типа это означает? Типа я это? Мы заперлись в домах и завалили двери. Всадники приближаются, и я должен спасти тех, кто не может сражаться. Женщин, детей и стариков вроде меня. Воды и пищи припасено вдоволь. Но если бессмертные не справятся и начнется осада, мы все умрем. На этот случай у меня достаточно белладонны, чтобы хотя бы дети ушли спокойно и без боли. Но я молюсь, чтобы до этого не дошло. Что началось по локации? А, мы уже все собрали, кстати, народ. У нас вся локация, наверное, 100% пройдена, да? Да? Пусть бессмертны. То есть только еще начало было? Да ничего себе. Сейчас кость, ну да. Но слегка шумновато, мне кажется, не? О, нифига. Прикольно. Трупики. Он не живет? Здесь что нет? Купенно. Так, там что-то есть. Что у нас тут? Еще одна красота. Вообще, тут все красиво. Тут все локации, они тут все красивые. Через эти врата. Я ж FPS присел от такой красоты. Настолько красиво, аж FPS присел. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я мыл руки кровью, чтобы найти пророка, и теперь бессилен. Атака обернулась осадой, и люди пророка сделали невообразимое. Направили орудия на ледники и погребли свой собственный город под лавиной. И монголы, и люди пророка погибли под снегом. Хан и его орда мертвы. Улицы Китежа усеяны трупами. В ледяном сердце города в живых остался лишь я. И армия бессмертных пророка рыщет по руинам в поисках выживших. А в их глазах горит дьявольский огонь. Не, не очень. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы. Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит Святой Источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятные научные открытия? Ясно одно.
Троице он не должен достаться ни в коем случае. Вот это полезно будет. Вообще приседает в FPS. Тут оказывается еще пупена, вот почему не приседает. Стоп, нет. Его надо поджечь, что фигня, надо поджечь. Я более чем уверен. Ты не сяду выстрелю, я могу достать? Можно я обратно заберусь туда? Бессмертные патрулируют улицы. Видите? Ты живучая. Может, он убьет меня наконец-то? Как же долго? Как? Сколько мне интересно хп, что меня так долго убивают? Я все внизу. Можно как-то обратно я разоберусь? Алло. Так, ну что тут есть? Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Как, да. Сколько всего надо собрать, ничего себе. Ю. Ничего себе тут локейшн. Вот склеп какой-то. Да. Тихо. Все. Короче, если их убивать по статусу, то все нормально будет. Невероятно. Нарисовано как будто в древности, но это же поезд. Появление красных. Да тут полно может всего быть, я не знаю, что мне делать. Вообще тут FPS вообще никакой. Локация чуть-чуть детализирована. Вообще кирилл, я даже не представляю, как я буду в это сейчас играть. Не надо же, да, же поджигать эти фюнишки. Так, тут деньги у нас. Вверху что-то есть, сейчас подождите-ка. А поджечь? Короче, а тут полно, у нас испытаний будет. Сколько тут испытаний у нас в общем? 4 разных испытаний, да ничего себе. Камень, камень, камень. А, нет, это не камень. Показалось. Щит.
Невозможно сказать наверняка. Монгольская грамматика очень сложна. Но это похоже на маршрут. У них с монетами. Это тут-то. Ну а что будем XP рубить, слушайте, а? Походу там бессмертные гуляют. Они еще ближе, чем я думал. Тихонько. Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Тело его охватили языки пламени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. Я должен знать, что будет дальше. Вот я тоже так думал, что они не навсегда умирают, а всего лишь временно. Здесь у меня мои вещи не закончатся посреди всего. Решение еще. А, как они называются-то? Ресурсы. Так, куда мне тут надо идти-то? Тут тоже может что-то быть. Давайте залезем куда-то дальше. По-любому это надо все это поджигать, но... Прокакал. Момент. Возможность. Все потерял. Как говорят. Колокол еще один. Вот сходи хоть по 2-3 раза, ты все равно будешь что-то находить тут. Потому что в первом круге ты был невнимательный, например. Черт, дерево насквозь промокло. Нужно найти что-то пожарче. Понятно. Держись. Вот так, да? Где тут это? Все рвется у нас. Вот тут-то. Это что, это надо взрывать? Ну все взрывает, а надо вот эти взять. Тут, да.
Ничего себе, тут смотри, сколько всего. Ужас. Тебе объясните, пожалуйста, как я это все буду собирать. Я, конечно, я понимаю, что это не обязательно все делать, но ё-моё, но мне же интересно как-никак. О, вот кто могу туда залезть. Конечно, мне неприятно, что FPS приседает, но что поделаешь. Что сказать? А, кстати, там что-то есть. Тихо. Я либо забыл, либо что-то еще. Так, а надо что-то подтянуть, походу, да? Уничтожить внутри, я понял. Да я там гробница. Ну, нормально, что. Карта, вот это будет хорошо. Не, я в шоке, а что я сказал? Тут такая локация. Она сложная, в плане того, что она запутанная. Тут много зданий, в каждое здание надо как-то ориентироваться. Плюс тут FPS приседает, это тоже большой минус. Так. Где ты? Где еще? Есть еще? Эти животные, они очень недорогие. Ой-ой-ой, не то. Ларка, не то. Надеюсь, тут масла побольше будет, а то масла не хватает. Там медведь находится. Вот масло. И там потом гробница и медведь. Попеть просто. Чё, сходим? Просто не представляю, сколько всего тут. Что, будем все собирать, это все интересно. Так тебе и надо, медвежонок. Кишки и кровь. Не совсем приятно. Две медвежатины нормально. Так, мне нужно найти костер.
И давайте все-таки сделать сайд-квесты. И все-все-все вот это потом. Соберу все вещи в других локациях. До конца там по-любому немного осталось всего. Гробница испытания. Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Предметы доступны. Тут есть вот реально еще один костер. Наверное, где-то около этого места будет еще один костер. Потому что... Ну... Другого варианта у меня нет. Там деньги внизу. Вот что внизу есть. Можно забраться обратно вверх, а то сейчас будет карта со всеми этими фигнюшками, походу. Там есть что? Там тоже есть, почему-то нам ничего не показало. Солдаты империи иногда вешали такие на пояс. Да, ничего нет, да? Вообще будут вообще какие-то, ну, какие-то вещи, которые надо будет найти под водой. Это странно, то все это. С камерой была сейчас так что. Развалины под воду. Ой, ничего себе. Ну что ж, ну тут как-то. Будешь комментировать что-то, не? Ой, больше масла. Я был бы не против. Взрывные пули. Все 10 из 10. Это все пошли на всю катушку. Так, лук нельзя же прокачать. Пистолет опять. Наш пистолет нельзя прокачать. Калашникова может прокачать. Вот, давайте прокачаем нормально. Это надо было прокачать еще давно. Вот не читал я, вот все и плохо. Смотрите, ну ладно. Давайте пошлите суды, что ли? Что у меня тут? Тут у меня на 60% все найдено. Таньки с монетами. Это буду все искать. Что у нас сейчас? У нас в этой локации еще много чего надо найти.
А тут у нас... А, вот тут. Вот тут у нас есть только одно место. Давайте сюда сходим. Наверное, вот это, которое... Редикт. Сейчас туда телепортируемся. Примерно это на место находилось. Ага, вот. Вот у нас просто не было такой способности, чтобы... это сделать. А теперь у нас есть возможность это сделать. Монгольского лучника, позволяющее быстро стрелять, сидя на лошади. Должно быть, оно принадлежало знатному воину. Часы. То есть тут хотите сказать, что есть... Ага. Все. Вот это нам все надо обязательно, потому что именно с помощью вот этих фигнюшек мы можем создавать всякие пупенные там вещи. Так, смотрим. Тут у нас все на 100%, да, тут 100%. Тут. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Тут надо просто походить более внимательно. А насчет вот этой локации. У нас тут все на 100%, да? Ледяная пещера. У нас на 100% пройдено. Окей. Смотри, сколько тут всего. Вот, смотри. Я-то думал, что у нас территория тут будет, а тут оказалось так столько всего. Вот сюда мне бы как-то попасть. Вот просто не представляю, как это сделать. Как я это не... Не, когда вот это было, я даже не знал, что их можно собирать. Вот почему. Так, ладно. Тут у нас вот это. Потом вот сюда пойдем. Начнем, наверное, с этого момента. И просто берем, вот особенно в этой тюрьме, тебе все, потому что мы это можем сделать. И там тоже все соберем. И купим на деньги, которые мы собрали, все остальное, что там есть. Это, конечно, еще... можно сделать. И да, и так где-то еще есть сайд-квесты, тоже сейчас их попробуем сделать. То есть в этой серии будем... Можно я это, телепортируюсь, нет? Эй, че я туплю это? Нужен костер. Ну, тут враг какой-то есть. Мастер! А что они тут делают, кстати-ка? Эти вопросы я буду долго задаваться, потому что... их тут не должно быть. Просто не должно. Вот, телепортировался, теперь точно. Все будем собирать всякие склады с монетами, всякое такое. А, да. Я, наверное, подойду сейчас загуглю и посмотрю, как попасть в Сирию обратно. Если, конечно, возможно будет. Да, и я хотел бы сюда попасть, потому что тут еще, походу, испытание, которое, возможно, находится в этом месте. Просто он чуть-чуть подозрительно выглядит. Или вот тут, а. Вот тут тоже может быть, даже вполне быть. Да. Так что, сейчас сделаем. Я прочитал, было написано, что если хотите попасть обратно в Сирию, да, вам надо будет пройти игру на 100%, и тогда у вас будет возможность попасть обратно в Сирию. Ну, по крайней мере, там так говорят. Так что, вот. То есть, если вы пропустили так же, как и я, например, вот, испытание и реликт, то не переживайте, потом можете, когда пройдете игру, взять это. Или просто, если вы заметили уже, то есть, прошли вот эту локацию, и ничего, вот тут вы уже заметили, что там у вас пропущено реликт, то можете просто зарастать игру, у вас там много времени уйдет на это. И там уже сразу в начале игры и зайти и взять это все. А так, если пройдете игру, то ничего. Ну, ничего страшного, можешь пройти игру, потом взять это. Так что вот. В смысле то? Ты никогда так. What the fuck? Ты никогда вот такого не умер. Ты что? Она никогда от такого не умирала. Я же знаю.
Зайчик, здорово. Где-то тут это есть, да? Где-то тут. Надо войти опять в эту фигню, да? Я помню это место, я, потому что его нечаянно нашел. Вот я и помню его. Так, смотрим, наше следующее место, это бы тут это аварийно. Это точку маршрута. Добываем. Что они тут делают? Так, это было не круто. Это было не круто. О, апгрейд для лука нормально. И для пистолета. О, у нас фул пистолет. Пена. О, пена. Так. Агась. А, все бы тут остановился, то ладно. Так, тут у нас была пещера какая-то, если я помню правильно. А, она вот там далеко. Ну, факт в том, что там пещерка есть, надо потом будет в нее еще сходить. Там даже две пещерки были. Воу. Вспомнил. Кстати, про испытание тоже нельзя забывать. Если мы видим флаг, то его надо будет это срезать. Подрезать. Такой, кстати, один из этих флагов. Ну, все. Проход есть, XD. Теперь я буду записывать момент, потому что нельзя такое пропускать. Оу, ну, 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 не надо. Кирзяс просто. Опо. И все? Ты ради этого, типа, ты должен был страдать и умирать? Ничего себе. Этот поворот. И тут, представляешь, вообще ничего нет. Тут, типа, вообще зря, что можно сказать, пришел. Только я не помню, я тут был или не был, я вот решил просто проверить на всякий случай, я просто вот реально не помню. Скорее всего нет. Хотя... Я даже не в курсах вот реально, был я тут, не было тут. Скорее всего, что было. Ну, там больше вероятно. А может и не был. Скорее всего, я тут был. Где-то я. Да-да-да-да, угу. Окей. Ну хорошо. Я буду знать, по крайней мере, что тут был. Вот так вот. Все, пошлите вот туда. Значит, много чего надо будет найти. Много чего надо сейчас исследовать. Много чего собрать. Кстати, вот еще один флаг. Опа. И еще два флажка. Нет, один флажок остался. Его будет самое сложное, потому что он единственный. Что? Попали.
Ага. Еще один народ тут. Я не знаю, сколько они тут уберутся, почему они так расплавятся странно. Конечно, может это там типа определенное время проходит, они спавнятся заново, но странно как-то. Так, сундук где-то там. Сейчас попробуем его как-то заполучить. Угу. Ага. Так, вот где-то все, типа. Понятно. Вот тут мы и не были, точно. Ух ты ж. Это интересно. Тут намного интереснее, чем я думал. Опупенно. Народ, это было неожиданно. Вот, надо туда обязательно сходить, посмотреть, что там такое. Ты пистолет, наверное, тут нашел, типа. Освещение еще работает. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Ничего себе. Вот тебе и локейшн. Так. Интересно. Боже мой, все такое древнее. Что же они нашли там внизу? Сейчас пойдем, я узнаю. Тут что-то есть. Что именно? Пока что я не в курсах. Но, по крайней мере, добывать тут ничего не получается. Пока что. Ну, ладно. Не, просто всегда в таких местах можно что-то добывать. Ну, в плане монеты или что-то, кошка меня испугала. Или что-то там еще, например. Все висит на волоске, просто. Так, так. Вот и. Wait a second. Да. Погнали. Так, я так не останавливайся. И что у нас тут? Мигает, пошли сюда. Тут что-то мигает. И монета, надеюсь. Здесь что-то монетки были. Нет, это не монетка, это был. Этот, как называется. Похоже, сам можно залезть. Просто всегда что-то белым включается. Если белым, то все так подкрашено, так говорится, что это можно залезть. Фу, какая водичка. Так, это надо поджечь. Горючий материал. Ага, я вижу. Как тут все еще работает? Горит же, лампочки горят, откуда энергия идет. Горит? И надо именно взорвать. Что?
Ладно, побежали. Нет, ну на. Ну и что теперь? Ну и вход. Да вообще. Ну все, давайте с вами сейчас сходим. Я не знаю, ну вниз или наверх. Давайте еще наверх сходим, ладно уж. А сюда пройти. Ага, это есть это место, да? После этого все может сгореть. Это дерево же. То взорвать. Ну то сломать. Не хочет. Да ладно. Дадим хилиться. Так. Вот дают, а? Вообще такое место, казалось, было. Хорошо, что только сейчас пошел, а не раньше. Я бы все удовольствие бы себе сломал бы. За то, что, может, таких вещей у нас просто не было. Мы не смогли бы залезть. Ничего себе. Аж комп завис от такого. Так, ну там все. Так, там тексты есть, то есть там. Ух ты, ничего себе, коробочка. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. Ничего себе. Ничего себе, коробочка какая была. Что это? Провод, да? Так, что у нас насчет этого? Подожжется, интересно. И как вы мне тут предлагаете? Ага. Понял. А что мне делать тут? Это я не понял. Она мне ничего не сказала. Надо как-то перебросить это через воду. Стрелу перебросить? Сейчас все будет. Вот так. А, бутылку же можно было сделать, точно. Бутылкой. Она находится где-то там. Ничего себе у них тут. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Возможно, можно. Фиг знает. Ничего себе местечко. Я такого не ожидал. Не задыхаемся. Найдем на секреты. Ага. Кто-то прятал горный инструмент и самодельное оружие. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. Понятно.
Костер. Это странно. А, вот что я тут могу улучшить. Ты ничего себе. Фу. Ничего себе дробаш. Нормально. Я намного круче, чем тот. Могу что-то еще прокачать. Опять. Так, что у нас тут по этому, например? Дайте выживание. Тоже интересно. Ты больше патронов от этих? Давайте этот возьмем. Что это? Это секонд, только не умираем. Не выйдет. Воды многовато. Надо придумать, как остановить воду. Придумай. Ты своей головой работай, я своей работаю, так что это... Не надо мне тут, что я тут должен все придумывать. Сам вот придумывай. Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Вот оно. Так близко. Надо как-то пробраться внутрь. Когда урановая руда почти иссякла, я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти 1000 лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Это шкафчик еще был. Как тут еще внизу есть что-то? Ну что, киркой не суждено уже сломать? Ну... Тихо, ну ты шо, почему ты так криво в последнее время прыгаешь? Так, что это у нас такое интересное может быть? Тут ничего нет, то есть надо вот это как-то... Надо что-то... Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Вообще без понятия, нам как-то это собираюсь делать, что взорвать что ли? Нет, не этим. Не, вообще не работает. Так, ну хорошо, есть еще... Стоп. Wait a second. What is this? Ничего себе пропаганда. Русский у нас прокачан на фуль уровень ключей. Теперь монгольский надо качать, монгольский. Русский. У всех 100% прокачан, слушай. Так, деньги. Ничего себе глубоко. Воду тут они скрывались. Некоторые люди.
Хорошее место, кстати. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду? Молчи. Не, можно, что это перекрыть. Так как-то я собираюсь это сделать. Потому что вообще не за что не зацепиться тут. Если, конечно, версия просто спуститься сюда и повиснуть на этой фигне. Мы же... Надо высвободить еще одну тележку. Повторяйся, бесит. Надо высвободить еще одну тележку. Как? Надо высвободить еще одну тележку. Ты это понял, ну как? Ебой. Ага, все, я понял. Я понял. Я все понял. Got to go fast. Где эта тележка? Yes. Все, погнали. Огонь есть. Вообще-то надо все патроны сделать. Так. Все, вот надо вот реально сейчас вот все сделать, чтобы все было. Возможно. Тут прям все есть. В небольших количествах. И что мы тут выучим? Монгольский на 25 уровень. Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Ясно, это глаза. Ага. Прикольно, что. Прикольно. Столько повреждений. От неумелых раскопок и до обрушения. И что тут? Как это связано с правилком? Наверное, сначала они пробили вход и шахту. Возможно, она ведет наружу. Возможно. Я ничего против говорить не буду, потому что сам не знаю. Я опять почти целый день прокалкал на эту игру. Так что я люблю играть в игры. Кого у тебя уходит по 25 миллионов часов, чтобы пройти все. Во что ты играешь?
Ага. Я понял. Опять сейчас находимся в этом месте, да? Ладно. Сейчас мы выберемся, я попробую вот это все тут собрать. Так. Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равданикиса. На обратной стороне выбито слово «осужденный». Заключенные. Все, кто переводил. Они хоть, ну, читали это? Жечь? Походу, да. Семь таких штук, где я столько найду? Ага, какой я. Смотрим, что у нас тут. Карта. И ничего такого. Что это? Ладно. Что это? Можете вытащить оттуда? Так, тихо, не зависаем. Так, вот тут есть еще место, куда я еще не успел залезть. Почему-то я сюда не залезал, это странно. Как-то. Кстати, вот это сюда еще вниз сходим. Доски падают. Орден Красного Знамени, один из высших орденов. Но он специально испорчен. Наверное, его обладатель опозорил себя. Тихо, там пропаганда еще одна была. Но вы с этим всем внимательнее. Я просто уже это сейчас не совсем обращаю внимание. А надо было. Кстати, насчет передвижения в этой локации очень легкое. Если вы не можете допрыгнуть до определенного места, нажимайте на букву Е. Если вы помните еще, что у нас такая функция есть, то мы можем кидать крюк и так залезать в эти места. Ой. Так. Идем дальше. Типа так. Таким способом, типа. Так, всяко там был канат, я его почему-то не заснял. Короче, забрался я сюда, походу. Да, возможно, вполне. Так что, если думаете, что-то невозможно пробраться, вы ошибаетесь. Везде. Что? Чё? Ладно. Не понимаю чего-то, походу. Какая-то же большая локация все-таки.
Даже не помню, когда ходил, когда тут был. Я либо по этим деревяшкам пошел, либо по лестницам. Вот да, я по лестницам не ходил. Да, походу так и есть. Да, по лестницам тут не ходил точно. Ага. Давай сначала спустимся. Возьмем эту фигнюшку сюда. Так, тихо. Заберем сюда. Так, ну, тут нас точно не было. Это я уверен. А вот тут мы были. Тут да, походу мы были. Это находится вот там. А вот там внизу я уже не помню, были мы там или нет. Где-то вот так вот находится. Все-таки. Хорошо, это место. А, да, мы тут были. Ну, наверное, полагаю, я пошел вот по этой дорожке, а сюда я не проходил. Наверное, потому что, ну, такое место. Насчет, я, знаете, что-то не проверил. Есть там эти плакаты или нет? Мне кажется, или эти все 7 плакатов находятся именно в вот этих зданиях. Я хотя тут был, я помню. Гулял я тут. И сюда, наверное, я ходил наверх. А, ты, наверное, не прошел, потому что надо было все поджечь. А, ну да, так и есть. А это нам ведет. Это тоже куда-то вперед. Ага, плакат, смотрите, где они еще могут быть. Это я могу и пропустить очень много таких. Ну, еще один такой. Еще две штуки где-то. Маленькая мужская таблетница с эмалированным серпом и молотом. Хм. Внутри остался осадок с сильным запахом. Похоже на амфетамин. Хм. Ты что, интересно, что-то есть там наверху? Наверное, мне туда дальше надо идти. Вот еще один, кстати. Это поджигать, конечно же, не буду. Можно ради прикола. Ничего такого сильно не пропустил. То есть пока был где-то тут, а, понял. Ничего нет. Да, ну это единственный проход нам туда. Ага. Понятно. Я тут еще раз отбежал всю башню. Я наконец нашел плакат. Я знал, что он где-то тут, но почему-то я его тут не увидел. Но, по крайней мере, вот он. Готово. Это я все сделал. Вот, смотрите, сделано 95%. Теперь я хочу пробраться сюда. И что нам сейчас? Найти вот этот тайник. Тайник с монетами. И один сундук. И испытание. Это, наверное, все флешки. И все, у нас все будет пройдено в этой локации.
Фух, плотно все как будто. Где там это находится? Где-то наверху. Вот, блин. Тут палатка есть, как бы. Может, сойти сейчас туда и там из той палатки телепортировать сюда. Так, все, идем возьмем батим эти. Монетки, которые находятся у нас там. Сейчас попробую туда пробраться. Возьмем эти монетки и пойдем за сундучком. За последней фигней, которая нам нужна. Где-то наверху. Это вообще дозор. Ничего себе. Они что тут интересно делают? Смотрите-ка, какие хитрые. Там олень, который надо будет завалить сейчас реально. Чтоб у него очень полезно будет. Луком. Что, падаешь что ли? Это не то, что я заварил только что. Я же свеженько убил. Свеженькая где-то тут должна лежать. А вот она, свеженькая. Так, а вот это вообще зашибись. Вы бы сейчас видели, как я красиво хедшотики сейчас раздавал. Я сам в шоке сейчас сижу. Я сделал раз, два, три и три хедшота таких. Я не знаю, как это сделал, но это было круто. Это было очень круто. Так, там походу в какую-то пещеру, потому что находится сундук у нас вот там, а? Именно на этом уровне. И тут, если правильно, есть пещерка одна. Но походу мы ее не смотрели, потому что либо у нас не было времени, это раз. Либо, я не знаю. А, либо мы не смогли туда пробраться, понял. Понятно. О, наконец-то пистолет. Я хочу посмотреть, что за пистолет, потому что он выглядит как Дигл. Вот, видно не что, что у нас, а там именно такой настоящий. Он по форме как настоящий Дигл. Да и акуле. Просто быстрее все. Ну я-то думал. Я-то думал, что будет Дигл. То фиг тебе. Ну еще хуже всех, только по скорости стрельбы. И все. Обида. Мне так казалось, сейчас будет лучше все. Ну сейчас топупенная пушка будет. А то фиг тебе. Эх, я разочарован. Так, первое у нас место вот тут. Знаете, что я сейчас вспомнил еще? Нам нужно флаг найти еще. Вот что я забыл. Флажка-то у нас нету еще. А тут флаг может быть где угодно в этой локации быть. Понимаете, где угодно. Где угодно, то вообще кирьез тогда. Что, придется выкручиваться как-то от этого. То я не знаю, как по-другому это сделать. То есть надо забраться куда повыше и просто, не знаю, посмотреть, попробовать разглядеть, где этот флаг. Если нас поймают, я скажу, что это ты меня заставил испереть все это барахло. Без обид. Угу. Это тоже полезная фигня. А тут вот что у нас? Пушки.
Ну, это будет прикольно. Ой, лазерный прицел тоже прикольно. О, пупеть. Так, сейчас пойду поищу флаг. Я даже не старался. Обида. Тихо. Не спускаемся. Спрыгиваем тупо. Пупенная вещь. Так, где тут флажок был? Угу. Не, все-таки надо было спуститься. Ничего страшного, сейчас так спущусь. Лечимся. Все, лечиться не надо. Не зацепился. Ну все, наконец-то я это сделал. Давай, режь. Изи пизи на московизи. Опупенно. А, наушники запутались. А, нет. Только не наушники. Фух. Ладно, все. 100%. We did this. Yes. Все иду сюда и телепортируемся, наверное, вот сюда. И тут у нас находится вот тут одна вещь. Так что, если мы телепортируемся вот сюда, может, сейчас все и найдем. Хотя даже не уверен, что мы тут все найдем. Хотя я сюда не хочу ехать сейчас. Потом. Не хочу сейчас. Я хочу сюда. Вот тут более интересно будет походить. Так что вот. Понятно, смотри, сколько тут все оказалось, что все было внизу. Как оказалось, когда я не ходил, я даже не знал, что тут есть это все, так что читаем. Иван, я думала, с ним будет просто. Большинство местных вонючих головорезов творят с заключенными, что хотят. Я думала, что Иван поддастся, что им будет легко манипулировать. Но все оказалось не так-то просто. Он хороший человек. Ему здесь нравится не больше, чем мне. Сложно в это поверить. Учитывая то, что он хорошо питается и спит под одеялом, но тем не менее у него, в отличие от других, хотя бы есть совесть. Его тошнит от этого места. Он знает, в чем участвует, и ненавидит себя за это. Он пытается заглушить муки совести мелким вредительством. Я сказала ему, что этого недостаточно, и предложила помочь мне. Мы неплохо сработались, и вскоре вместе составили план побега. Но сейчас уже слишком поздно. Я беременна. Все пропало. Крип. Вот где мы еще не были. Я знала, что плескать ему воду в лицо не следовало. Но не удержалась. Думала, ладно, денег на исследование, конечно, лишусь. Но шокированная рожа министра Дятлова того стоит. Дура. Уроды из КГБ вломились ко мне той же ночью. На 5 лет в трудовой лагерь. У них даже духу не хватает называть его так. Вместо этого говорят «Станция Свобода». Лицемеры. Это настоящий лагерь. Я пообещала себе, что не сломаюсь. Но взмолилась о пощаде уже через несколько дней. Я должна отсюда выбраться. Один из охранников, розовощекий парень по имени Иван, мил, но глуповат. Мне больно играть на его простодушие. Но я не собираюсь гнить здесь заживо. Ничего не вижу. Так. Фонарики надо разрушать вот такие. Их тут целых 10 штук. Интересно. И тут еще 2 штуки. Вот там одна. И тут еще одна. Вот так вот. Саша даже не догадался сюда пробраться. Как раз, когда наш спасательный отряд готовился войти в долину, оттуда выбрался офицер. На его теле были следы пыток, слишком хорошо нам знакомые. Во время восстания на них напала ведьма, убила Серафиму и ее тюремщиков. У
Он рассказал нам о шагающем доме, о ее ужасном голосе, как в страшной сказке. На следующий день он умер. От Бабы-Яги никто не уходит живым. Я все равно хотел пойти в долину, чтобы похоронить твою бабушку, но после случившегося никто не согласился идти со мной. В деревне я научился быть хорошим человеком. Я жил ради ее памяти, много работал. Но каждую ночь я во сне убивал ведьму. Я бы пошел туда еще много лет назад, но твоя мама умерла от лихорадки. Ради тебя я остался, Надя. Мне повезло. Я прожил хорошую жизнь, которой не заслужил. Близится новый бой, но он уже не мой. Если я хочу отомстить за Серафиму, я должен сделать это сейчас. Я иду убить ведьму и похоронить с миром твою бабушку. Я не вернусь обратно. Прости. Туда почему-то эта фигня не приезжает. Дом, курительных ножек или что там, лифт. Он почему-то не хочет, ну, она не хочет к канатам рычаг почему-то тянуть. Вот, приходится идти в степи, идти назад к палатке, точнее, к лагерю. И там костер, ну, ладно, одно и то же сейчас на данный момент. И там придется телепортироваться на ту вторую часть локации. Но другого способа, по крайней мере, я не вижу. Ага. Тут у нас есть постройка. О, сам может прыгнуть. Ебой. Прикольно. Мне оказана величайшая честь руководить возведением храма, посвященного ученикам. Строительство ведется прямо в долине, на границах недавно основанного города, а попасть туда можно через отдаленное ущелье. Природные водопады и горячие источники дают нам удивительную возможность объединить знания, чтобы создать место для тихого поклонения и размышлений. Оно прославит не только учеников, но и наши новейшие достижения в зодчестве. Мы уже превзошли оставленную империю. Утром мы прибудем на место и заложим фундамент храма в честь прошлого и будущего нашего города. Yes. Потом, как версия того, что надо этих же эти надо же разрушать. А чтобы их все надо. Ну, чтобы разрушить и всех. Как я понимаю, нам надо спуститься с помощью этой фигни туда вниз. Когда будем спускаться, нам надо будет их разрушать. По крайней мере, это звучит достаточно логично. Как видите, я уже полно пропустил. Последнее где-то осталось. Вот оно где. Вот так это и делалось. Понятно. Ну я так и подумал. В первую очередь. Можно как-то его в другую сейчас сторону послать? Ну, сейчас вернемся обратно наверх. Ну что, у нас тут начинается наше путешествие. Да, ну. Я выключила последний котел. Теперь можешь осмотреться без. Ну это. Без сумасшествия. Я понял. Окей. Произошел мятеж. Взрыв бомбы. Местные, враги моих врагов, подняли восстание, как мы мечтали когда-то. Иван и наша дочь могли бы оказаться на свободе, но они мертвы. Убиты теми единственными, кто мог нас спасти. В долине красные трусы уверяют меня, что лагерь уничтожен, что нам остается лишь ждать спасения. Они говорят, что защитят меня, но сами боятся собственной тени. К тому же у нас почти не осталось припасов. Никто нас не спасет. Я выживу. А вот мои тюремщики нет. В конце концов, главное – это выживание. Они суеверны. Я добавила пыльцу в их еду. И как только их тела превратятся в вялые оболочки,
а из глаз потекут слезы безумия, я покажу им свое новое лицо. Я стану той, кем их пугали еще в детстве. Бабой-ягой, бабушкой-змеей, ведьмой. Они умрут, визжа от ужаса. Хотя заслуживают они куда худшего. Они лишили меня свободы, но я выживу и буду жить одна в тенях, пока смерть не воссоединит меня с Иваном и моей дочкой. Так вот. Тут, кстати, когда вот это, что надо было собрать еще тогда. Оружие Бабы-Яги. Это коса, но выглядит как ведьмовская метла. Она всеми силами стремилась соответствовать мифу. Еще интересно. Тут вообще каждого вида оружия. Там тоже что-то есть. Сгорит? Взорвется хоть? Ну там что-то есть. Там аж подсвечивается все. А как туда попасть? Вообще, это веревка, и можете залезать вообще куда угодно просто. А вот захочется, то ты и можешь залезть вообще спокойно. Вот реально. Так, туда залезть таким образом. Походу нет. Ничего страшного. Вот тут есть еще одна бумажка. Это моя долина. Я орошала землю и взращивала дурманные растения. Никто не войдет сюда. Никто не выйдет отсюда. Я не потерплю более внешнего мира. Здесь наконец-то я хозяйка. Ох. Опа, я тут нашел тайничок нечаянно. Просто такое место было подозрительное. Я стал спамить тут букву Q. Чтобы это... Можно было это сделать. Надо быть что-то-нибудь. Но это было достаточно такое, знаете, можно сказать, элементарное место. А вот, кстати, какая карта. Ага. Тогда документ какой-то был. И тут какой документ. Документики дали нам... О, еще тут документ еще какой-то, да ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять штучек, да? Ну, а как раз пяти не хватает. Вот, хорошо. Все документики тут. Только тайники остались. Нет, это, наверное, ниже где-то. Скорее всего, да, ниже. Я еще попробую тайники найти. Так, тут еще что-то было. Я говорю сама с собой, просто чтобы услышать чей-то голос. Он заполняет пространство и время, но мне нечего сказать. Когда тишина одолевает меня, я пытаюсь заснуть. Я вижу сны о том, чего лишилась. Надеюсь, их смерть была легкой. Надеюсь, что мои сны лгут. Так, еще одна. Возведение храма продолжается. Мы решили построить его над долиной, высоко в скалах, над рекой. В низинах, где мы добываем камень, мы построили канатную дорогу, чтобы отвозить грузы прямо к храму. При всех наших успехах, я все же не могу умолчать и о дурных предзнаменованиях. Мертвый двухголовый волчонок, которого я нашел в лесу, странные звуки, которые никто не может расшифровать, и убийство, первое в нашем городе. При обрушении бокового прохода пропали двое рабочих. Мы считали их погибшими, но через два дня один из них нашелся. Обезумевший и весь в крови своего товарища. Нам не привыкать к насилию, но я не могу отделаться от чувства, будто мы пересекли какую-то невидимую запретную черту. Седьмой уровень греческого, опупенно. Сколько тут реально, сколько тут уровней, вот, если так подумать. И посчитать, например. А тут какая-то стенка деревянная.
Что за место? Ага. А, ну ладно, все, понял. Хорошо. Слушай, под водой что-то есть. Плаваю сейчас. Так, еще одно местечко, куда можно было бы еще пройти. Тут можно сломать эту стену. Рюкзак, который нам подскажет, где находятся скрытые места. Наконец-то. Теперь мне не придется париться над этим. Ну, я так и подумал, что там есть. Прямо сзади. Где еще? А, их две штуки все же осталось. Я бы все равно проверил бы, если не было бы рюкзака, бы все равно бы сразу сюда бы зашел бы и посмотрел. Все, ломаем эту стенку. Ага. Еще. А тут я бы не проверил бы, наверное. Вообще без понятия. И остался последний текст. Два текста. Последних два текста файла осталось. Эти. А последние два именно в этой локации. Ну не в общем. Вот так вот. Так, головоломка. Как попасть, получить этот файл? Надо вот эту потянуть тут, отсюда, наверное. Вот чего. Чё? Нет, что ли? Меня просто надо как-то разогнать. Даже не представляю, как это сделать. Или надо все-таки с этой стороны оттянуть, типа. Или не надо. Ну, по крайней мере, я вот решил сделать так, как я сделал изначально, но я же не успею это сделать. Я не представляю, что тут надо сделать. Так, а если я так сделаю? То есть я зацепил вот эту фигню с этой фигней, то есть, чтобы это поднялось. И так я сейчас прокручусь один круг. И меня спрыгнут вот отсюда примерно. Ну как ты не допрыгнула? Сейчас придется все заново делать. Походу так не надо сделать, потому что по таймингу я бы успел пробежать и запрыгнуть туда. Так что давайте попробую еще раз так сделать. Бежим. Давай. Нет! За что? Щит. Фух. Запрыгнул. Наконец-то. Спустя 25 часов. Фью. И ради чего? Что выжила на зло своим мучителям. А выходит, что на зло себе. Такая жизнь спасения не стоит. Да и никакая другая тоже. В долине появились новые люди. Я им покажу, что их жизнь никому не важна. Ради этого я сюда тащил 25 лет. Серьезно? То есть... Как же это не круто.
Но последнее послание где-то под водой было, я не помню где именно. Но походу там, чтобы получить, надо под водой проплыть. То есть, как я понимаю. Потому что вот реально другого способа я просто не знаю. Я был, походу, неправ. А может и прав. Может и не прав. Без понятия. Но это там. Как только как куда попасть туда, куда? Ха. Непонятно. Это сейчас непонятно. Может другие проходы? Я туда не могу придумать. Просто это где-то там. А где именно там, непонятно. Эх. А как вот же, второй проход же еще есть. Тут у нас тоже типа глюки были. Вот куда мы еще не ходили, понятно. Я приостановил все работы по возведению храма и приказал строителям готовиться к возвращению. Надо было уехать несколько недель назад и попросить совета у мудрецов нашего города. Вспышки насилия происходят все чаще. Поначалу их было немного, и я списывал их на нервное возбуждение, стремление преуспеть. Но теперь невозможно отрицать, что в долине кроется какое-то зло. Оно питается нашими худшими качествами, дает волю нечестивым мыслям. Вчера молодой каменщик рассказал мне, что леса обрушились, сведя на нет плоды многодневного труда. Я снова пришел в себя, только когда мой помощник уже оттаскивал меня от каменщика. Он лежал без сознания, в крови. Когда я мыл руки, то увидел обломок зуба, впившийся мне в костяшку. Я больше не узнаю себя. Пришло время уехать. Ну что, придется спускаться от тебя опять на этом лифте вниз. И там находится документ. Как я понимаю, правильно. Какая есть версия, что можно прыгнуть на эту и пробежать туда? Это возможно вообще? Возможно, но я туда не допрыгну, наверное. Хотя фиг знает. Если это возможно, это я сделаю. Может другой способ туда попасть, я не знаю. Хотя это высоко чересчур. Сейчас будем спускаться, посмотрим. Высоко ли или нет. Даже там платформы есть какие-то. А со смысла прыгать нет. Тут ничего нет, тут никакого, никаких дорожек, вообще ничего нет. Может, конечно, я просто это не вижу. Просто сразу прыгнуть-то можно. Я не умру. Но смысла нету. То есть это находится где-то там, где-то. Возможно, там есть пещерка, либо что-то еще. Возможно, надо будет проплыть под водой. Это же вода, да? Да, ну там, наверное, под водой просто туннельчик есть, который я, опять же, не заметил. Вот, и сейчас попробуем туда попасть. И да, я был прав. Тут и правда есть щель, а не туннельчик, ну. Это факт. Остался я один. Остальные бестелесными духами бродят по долине. Они уже больше не люди. Они носят знакомые обличья. Зовут на помощь голосами моих мертвых друзей, но я не верю их лжи. Благодаря мечу я держу их на расстоянии и усмиряю тех, кто никак не хочет замолкнуть. Я пытался вывести людей в безопасное место, правда пытался, но кто-то завалил туннели, ведущие в город. Осознав, что выхода больше нет, мы набросились друг на друга. Где-то на скале сидит безумец с луком и отстреливает птиц, которых я отправляю с записками о помощи. Призраки возвращаются. Их слишком много. Никто не уйдет из этой долины живым. Может, оно и к лучшему. Пусть эти мои последние слова послужат предостережением. Угу. И поздравляю, у нас это исследовано 71,3%, а не на 100%. Так, и наше следующее место где-то тут. Так что вот. А на распись уже смотрели, дальше сделаем в следующих частях. И всем пока.